Привет! Неделю назад мы услышали в лесу странные звуки. Они издавались от дерева, в котором было какое-то отверстие. Внутри ничего не удавалось рассмотреть, поэтому мы сунули туда смартфон. Там находились два птенца. По красных шапочках на голове мы определили, что это птенцы дятла, но мамы рядом с ними не было. Один из них все время пищал, а второй просто смотрел. Я подумал, что многим будет интересно, и разместил это видео в нашем инстаграме, так как для ютуба оно было слишком коротким. Через два дня мы вернулись навестить этих приятелей. Они были уже не одни, рядом с ними была целая куча какашек. Странно, обычно родители чистят гнездо, это нас насторожило. На выходных мы опять пришли к ним проверить, все ли в порядке. Они продолжали сидеть одни в куче какашек, но потом в дупле начала появляться влага, которая перемешивалась с испражнениями. Было видно, что все это им не нравится. Мы приходили на протяжении 5 дней и ни разу не видели их маму. В последний день мы увидели, что их брюшко и ноги погружены в экскременты, в которых развилось полно червей. Это ужасное зрелище, мы боялись, чтобы эти непонятные черви не навредили птенцам или не начали есть их заживо. Взвесив все риски, решено было спасать птенцов. Мы пришли на следующее утро, чтобы их забрать из этого котла. Вход был слишком узкий, руку не просунуть. Взяв садовую лопатку, мы начали отколупывать части трухлявой древесины, чтобы расширить проход. Через 10 минут отверстие стало достаточно большим, чтобы в него пролезла рука. И мы начали доставать птенцов. Их ноги и тела были покрыты вонючей кашицей с червями. Если они смогут летать, то хорошим вариантом было бы их сразу отпустить. Но они не смогли. Либо было слишком мало сил, либо они еще недостаточно выросли и окрепли. Пришлось забрать их домой. Они были удивлены и испуганы, ведь никогда не видели ничего другого, кроме своего гнезда. Дома мы их хорошенько вытерли и посадили в ящик, где было тепло и сухо. Но теперь стал вопрос питания, и мы выдвинулись на поиски еды. Чем же их кормить? Может, они едят семена из шишек, желуди или грибы? Но увидев гусеницу на ветке дерева, мы поняли, это то, что надо. И мы начали собирать различных видов гусениц. Не самое приятное занятие, конечно, но что поделаешь? Птенцы хотят кушать. Через 2 часа мы вернулись домой с хорошим уловом. Гусеницы очень питательны и наверняка содержат нужные элементы для развития птенцов. Куки тоже захотелось поиграть с гусеницей. И даже попробовать ее на вкус. Итак, одев перчатки, ведь у дятлов очень острые когти, мы попытались их покормить. Поначалу они не хотели кушать. Даже когда мы положили им пищу в клювик, у них не срабатывал рефлекс проглатывания. И мы, честно говоря, не знали, что делать. Но потом мы набрали в пипетку немного воды, капнули на клювик, и это сработало. Птенцы, сглатывая воду, проглатывали вместе с ней и гусеницу. На следующий день они делали это уже без воды. А еще через 2 дня сами набрасывались на гусеницу и съедали ее. В один день они начали стучать клювами по коробке. Наверное, птенцы уже готовы к вылету на свободу. Пустив их в комнате, они показали, что способны летать. И на следующее утро мы вернулись на то же место, чтобы выпустить птенцов. По дороге мы насобирали гусениц и покормили их еще раз на всякий случай.
и так посадили первого птенца на кору дерева. Он, недолго думая, сразу же уверенно полетел. «Отлично, этот точно готов к самостоятельной жизни!» Настала очередь второго. Тот был менее уверен в себе. Никуда не улетал. Смотрел на нас и карабкался по дереву вверх. Потом, перебравшись на противоположную сторону дерева, он спорхнул и улетел за своим братом. Видимо, они очень обрадовались и начали исследовать окружающие деревья. Понаблюдав за ними еще некоторое время, мы вернулись домой. Мы очень рады, что все получилось. Это счастливый финал истории со спасением птенцов. В описании ссылка на наш Инстаграм. Мы часто выкладываем там то, чего нет в видео на Ютубе. Так что присоединяйтесь, если хотите увидеть больше.